призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Так будет не всегда, повторяй за мной. Так будет не всегда, так будет не всегда. Слушай, расскажу кое-что тебе. Анекдот про бедного еврея. Он в отчаянии пришел за советом к раввину. Говорит, еще чуть-чуть и я кони двину. Что мне делать? Моя семья голодает, я пашу без задних ног, а денег не хватает. Раввин постоял, подумал, присел на кресло. Спокойно, все хорошо, есть одно средство. Возьми блокнот и до последнего листка на каждом напиши. Так будет не всегда. Потом возьми и разбросай их по квартире. Не удивляйся, не надо особых усилий. Результат гарантирую, не унывай. Я все сказал, теперь ступай. Бедняк пошел домой, все сделал, как велел учитель. А через год он вернулся на собственном джипе. Как мне вас благодарить? Я просто счастлив, денег навалом. Денег навалом. Не жизнь, а праздник. Ввязался в бизнес и пошло одно за другим. Но как-то без эмоций слушал его раввин. Я, кстати, так и не прибрал те листовки. Хочу убраться в квартире, а то как-то неловко. Могу ли я их выкинуть? Жизнь-то стала другой. Не спеши их выкидать, сын мой. Так будет не всегда. Ты должен знать, что так будет не всегда. Всего не взять, ведь так будет не всегда. Так будет не всегда. Ага. Если есть шанс, то попытайся. Повезло, не обольщайся. Ведь так будет не всегда, так будет не всегда. Ага. Как важно принимать то, что есть. То, что есть. Это целая наука. На пути к мечте можно сойти с рельс и упереться носом в угол. Я раньше так хотел, так искал, так горел, так страдал, так болел, так мечтал, так кипел. Чуть не сошел с ума от амбиций, шел на принцип. Но журавль так же в небе, как впрочем и синица. Я понял, насколько важно перестать гоняться за призрачной идеей быть обладателем царства. Высшая награда, просто делать что умеешь, не привязываясь к результату, тогда ты узреешь. Что это двойственный мир? Хорошее рядом с плохим. Ты гость, но не господин. И если в жизни свет фортуны засияет слепо, вспомни анекдот с первого куплета. Так будет не всегда. Ты должен знать, что так будет не всегда. Всего не взять, ведь так будет не всегда. Так будет не всегда. Ага. Если есть шанс, то попытайся. Повезло, не обольщайся. Ведь так будет не всегда, так будет не всегда. Ага. Город поет, доверяю его нотам. Бог в сердце, ближе к нему с каждым годом. Метро, я будто в банке шпротов. Ухожу в себя, проникаюсь до ребер. В ушах Чайтанья Чандра, поток знаний, будто священная Ганга. Столько забот на плечах, кривая осанка. Освободись, покинь рамки стандарта. Мир стремится к достатку. Женщина похожа на мужчину, мужчина на самку. Ссоры, споры, стрельба по песочному замку. Не тронут остается лишь садху. Кто-то считает его безумцем, бродягой, что по жизни сбился с курса. Пока ты тратишь свою жизнь ради ресурсов, воняешь пьяный после смены, похлеще скунса.
ты уж извини за дерзость. Но для садху, что богатство, что бедность, это лишь декорации, бренность. Познать свою я, вот высшая трансцендентность. Как бы я хотел хотя бы на процент иметь тот же стержень, но в один момент жизнь начинает играть на нервах, как будто бенд. То ускоряет темп, то замедляет темп. Так исчезает духовность, лень перерастает в неспособность думать и видеть, видеть и думать, помнить и знать. Скромность тяжело впустить и принять. Гордость заполонила умы. Вера, вера, где она, а где мы? Когда нужна кому-то помощь, не мы. Но как делаем добро в душе весна, никакой зимы. Но для многих добро ненадежно. Служить бы рад, а прислуживаться тошно. Будь хорошим, пошла по телу дрожь. Да, вывод, понимание ложно. Злоба на злобу озлобляет, таков закон. На работу бегом, с работы бегом. Мы гадим водоем, из которого же пьем. Добро пожаловать в мир имен. Запомни, не бывает ничего бесследного. Каков ты, таково и зеркало. Каков ты, таково и зеркало. Каков ты, таково и зеркало. Времени нет, не стоит играть бессмертного. Каков ты, таково и зеркало. Каков ты, таково и зеркало. Каков ты, таково и зеркало. Выбираем езду по встречной. Всю жизнь ищем нечто, но не успев найти, выходим на конечной и вспоминаем свою вечность. Выбрав езду по встречной, ищем нечто, что сможет уберечь нас. Не успев найти, выходим на конечной и лишь тогда вспоминаем свою вечность. Не справляясь с потоком вожделений, душа проходит миллиарды воплощений. Душа кается, попадая во чрево. Она обещает только Бог, только вера. И вот рождается дитя, душа забывает, откуда она и зачем пребывает в этом теле. Вновь сбивается с цели, так уходят недели. Как сойти с карусели? Человек ныряет в бумаги и числа. Человек не доверяет высшему смыслу. Многим он непонятен, как азбука Морзе. Гораздо легче быть рабами чужих эмоций. И для того, чтобы понять, что я не тело, нужно понять, кем оно является, и смело принять свой путь, как Иисус принял свою гибель. Сквозь терни грехов высший обитель. Мы выбираем езду по встречной. Всю жизнь ищем нечто, но не успев найти, выходим на конечной и вспоминаем свою вечность. Выбрав езду по встречной, ищем нечто, что сможет уберечь нас. Не успев найти, выходим на конечной и лишь тогда вспоминаем свою вечность. Однажды мудрец спросил Творца: «Отец, ты прости меня, наглеца, но почему люди не хотят тебя принять? Как действует твоя иллюзия, я должен знать. О, сын, в тебе так много доброты. Я отвечу, как только ты принесешь мне воды. Иди вниз, возвращайся до захода солнца». Мудрец склонился и пошел к колодцу. Подойдя к нему, он как будто бы ослеп от красоты, что озаряла вокруг всех. В лице красавицы и в одно мгновение они сыграли свадьбу через воскресенье. Прошло 12 лет, как 12 дней. Не так уж и плох этот мир людей, подумал мудрец, играя с детьми в саду. И вот судьба послала беду. Сверкнула молния отблеском силен. Грянул гром, хлынул ливень. Дождь безжалостно лился на землю. Из рек вышла вода, смывая деревню. Мудрец отчаянно пытался спасти семью, но мало кто может выиграть у смерти в бою. Поток течения превратил все в руины. Унес красавицу, жену, дочку и сына. Он остался жив,
Открыл глаза и понял, что он на вершине знакомого холма. Где ты так долго был? Кто-то крикнул с порога. Он подошел ближе и увидел Бога. Слезы ручьем покатились из глаз. Почему ты молчишь? Я ждал тебя час. Так вот он, каков иллюзорный туман. Мудрец припал к Господним стопам. Мы выбираем езду по встречной. Всю жизнь ищем нечто, но не успев найти, выходим на конечной и вспоминаем свою вечность. Выбрав езду по встречной, ищем нечто, что сможет уберечь нас. Не успев найти, выходим на конечной, и лишь тогда вспоминаем свою вечность. Если ты действуешь согласно своей природе, ты не совершишь греха. Останешься чистым. Если ты же хочешь действовать согласно чужой природе, ты совершишь грех. Это может быть зависть, я хочу занять чужое место. Это может быть эксплуатация, хочу наслаждаться какими-то другими людьми, их природой, их возможностями, их деньгами, их красотой. То есть запрещено. Имеешь свою природу, научись быть удовлетворенным внутри себя. Как? Через исполнение именно своих обязанностей. Итак, когда я встречаю недостатки на моем пути, я не достигаю так, как я хочу. Может быть, я хочу быть богаче, может быть, я хочу быть более успешным. Но тут всегда какие-то палки в колеса, понимаете, надо строить. Начинаю гневаться. Что же с вами делать вообще? Куда же вас устранить? Может быть, опылить чем-нибудь? Рафинировать нужно этот мир. Вот этот менталитет создает проблемы. Мы делим всех так строго на жутов и королей. Так тяжело любить людей. Я прошу каждую ночь у Бога дать мне силы быть сильней. Научи меня любить людей. Проблема в том, что для нас уже стало нормой превращать слова в брань, а любовь в порно. Для нас нормально, когда молодая мать с ребенком идет с сигаретой, пивом, ругаясь громко. Нам некомфортно признавать чужую победу, ведь каждый хочет забрать вкуснее конфету. И если кто-то во весь голос пожелает счастья искренне людям, его поднимут на смех. Гораздо проще ковыряться в навозной куче, в куче из прахов и злобы, словно в песок зыбучий. Мы погружаемся в повседневный бардак, ничем не отличаясь от кошек и собак. Мы делим всех так строго на жутов и королей. Так тяжело любить людей. Я прошу каждую ночь у Бога дать мне силы быть сильней. Научи меня любить людей. Понять что-то значит жить в соответствии с этим. Ты можешь быть богат снаружи, но внутри беден. Порой мы слишком фанатично заботливы близким, что летят искры, крики, вопль, визги. За чистым поведением следует правдивость, затем идет истина, это высшая милость. За истиной благочестие, сила, сила познания. Вот настоящее процветание. И жаль, что деньги имеют столь сильный вес. Это все, к чему пришел современный прогресс. В каждом из нас есть духовное присутствие, но это присутствие полного отсутствия. Мы делим всех так строго на жутов и королей. Так тяжело любить людей. Я прошу каждую ночь у Бога дать мне силы быть сильней. Научи меня любить.